Моє вітання сьогодні. У нас розмова, яку я назвав інтерв'ю з високим рівнем доступу, на зв'язку зі студією, полковник Гінтерас Багдонас, директор розвідки військового штабу ЄС у 2008 10 роках. Пізніше очолив спеціальну місію Литовської Республіки в Афганістані, 2014-2018 роки. Директор центру з енергетичної безпеки НАТО. В силу моєго поки що неувіреного владіння англійським воспользуємося трофейною речі з послідуючими переводами. на языке цивилизованных государств. Я вас приветствую, пане Гинтер, за нашу и вашу свободу. Слава Украине, mm -hmm. бачаю вам здоровья. Рэйвен, слава. Сожалею, что наша встреча не состоялась оффлайн, тем не менее технологии давно уже стирают расстояние, и я рад, что мы можем общаться, видя друг друга. Так совпало, что наш разговор происходит на фоне расширения помощи Европы для Украины. Подписаны новые договора о безопасности. Уже практически нет сомнений, что самолеты F-16 начнут боевые операции против московских оккупантов. И это вселяет определенный оптимизм. Однако параллельно звучат призывы ограничить поддержку нашего государства. Но я уверен, что только объективный, трезвый взгляд на вещи позволит правильно оценить события, процессы и, вероятно, понять новые законы, по которым развивается война. Как вы оцениваете нынешние события в контексте отношений Украины и Европы? Ну, прежде всего, конечно, было очень жалко и было смотреть на нерешительность наших западных, некоторых западных политиков, руководителей некоторых стран, потому что они из-за боязни эскалации, может, ядерное оружие. Причины понятны, конечно, но эти красные черты, которые они делали и Увы, еще все делает, делает заграждение, для использования э, э, оружия, которое Украине передают, использовать его э, стране-агрессоре, территории стране-агрессоре. Это делают... Э, ну, э, не знаю, как даже на этом языке э, э, проговорить, что это, но ну, это, это ведет э, такое, скажем, э, Жалобы, это а не это слово, потому что не можно э, э, выиграть войну с такими ограничениями, когда вроде бы хочет, что Украина не проиграла, но боится сказать э, и подумать, наверное, что Россия должна российская военная мощь или военная мощь слишком звучит, военная эта сила должна быть переломана. Вообще, я должен сказать, моя оценка про войне, любой войне, есть два составляющих, два фактора. Любой войне, любое время. Это первое, это воля воевать и победить. Нематериальное это, это, психологическое и так дальше. Это ходит и политическое, и, 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 и гражданское, и общественное. Второе – это ресурсы. Это два составляющие и они меняются. И они могут меняться. Я говорю не, не конкретно, а общая теория. И перенеся сейчас на агрессию которые Россия ведет против э, Украины. Э, мы видели большую волю э, после полномасштабного вторжения в вашу э, страну. Э, это было даже удивительно. И это происходит. Э, я, я, был, я был... Э, прошлой неделе посетил уже, кажется, четвертый раз после полномасштабного ну, а как, как гуманитарные миссии. Вот. А, а, а ресурсы тогда у вас, ну, были довольно, скажем, эти, которые вы скопляли каких-то времени лим, лимитные. Вот. А в России, увы, то, тоже можно сказать, и надо признать, противника... Надо э, недооценить противника. Это была бы большая ошибка. И мы иногда это не в чайно делаем. Входим в эмоции, а эмоция была такая, что э, было... было... Абсолютно колосальнее ситуації з Кремля в початку війни. Я чи говорю чисто професіонально, скажімо, з оцінки. І не буду повторяти, знаємо, що случилось, удивительне. прорыв и освобождение Киевской, Харьков, и Херсон вот а, но это было уверенность я сам был уверен что наши страны э, без сомнения дадут то все что надо это если мы все защищаем мы западные страны да защищаем наши ценности это 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 демократические э, строй. Вы боретесь с агрессором, и вся помощь, это даже смотреть с международной точки зрения, это, конечно, э, это само, самим самой понятно. Но потом начинается это, э, увы, э, про чем я начал говорить, что нерешительность, э, э, нету этой воли или недостаточно этой воля. Хотя материально вроде бы довольно, довольно большая помощь, но она сегментирована. И с военной точки это, это никак не можно переломить врага, когда что-то даешь, а что-то нет. Вот и, и мы и сейчас ситуация есть такая. Я увидел, я тоже ехал и был в прошлой неделе Харьков, города Харьков, был в uh, uh, Некоторые других маленьких остановились, мы привезли всякие помощь, которые дарят люди, люди Литвы, uh, uh, организации здесь собирают, и мы мы возили. Вот uh, я имел возможность uh, поговорить с многими людьми, гражданинам вашей страны, украинцам, украинцами, и в том числе военными и гражданскими. Я, я оценю, что да, ситуация нелегкая, тяжелая, силы не, неравные. Не Страна-агрессор, российская Россия, имеет, наверное, несколько раз больше силы. Я думаю, никто не сказал правда, но я так создался такое мнение, что примерно довольно больше. Технически они и надо переучитывать, и они, у них есть много, но плохого э, качества, но у них качество это количество, количество делает качество э, у агрессоров. И они учатся воевать, это все говорили, они учатся, учатся воевать с, с ваших солдат, с, с вашего опыта. И, и они уже, у них есть тоже уже воля, как мне неприятно бы это было сказать. Ну, да, наверное, эта воля ограничена. Они, наверное, воюют за ну какой-то, скажем, солдат Иван за Ивана, да другого или который был уничтожен как агрессор. Поле боя, да, и есть такое личное, наверное, и тоже мотивация денежная, которая э, россияне платят там э, огромные деньги по, по уровню ж, жизни э, России. Э, mm -hmm. Но я вышел я вышел из э, ваших, э, вашего вопроса немножко дальше, но и впечатлений. А, Гентерас, я бы хотел пока что Чуть-чуть уточнить, как все-таки развиваются, на ваш взгляд, и, и на ваш взгляд более широкие и более пристальные в силу э, вашей службы, э, как развиваются э, отношения между Украиной и Европой, э, насколько это э, позитивный процесс. И что есть негативного? Я тут уже как бы подвожу к чему. В недавнем, недавнем материале Der Spiegel, Der Spiegel было сообщение, что депутаты стран Балтии и Польши обратились к немецким властям с заявлением, что введут на территории Украины войска, если российским войскам удастся совершить стратегический прорыв линии фронта. Насколько серьезно такое намерение? Согласовано ли оно с властями Украины, и что означает такой сигнал для Германии и стран, которые на нее оглядываются? Ну да, я думаю, прежде всего это так как эти все четыре страны, по моему убеждению, самые, дают самую большую помощь. И, безусловно, ваши настоящие э, друзья, мы считаем, как я, как литовец, э, также, наверное, и другие балтийские страны, и Польша. Э, и мы все тоже, наверное, без никаких сомнений понимаем угрозу э, из России. Э, что бы случилось, если э, фронт, э, как вы подсетировали, ломался? Сломался, то есть прорыв был в э, 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 фронте. Вот. И тогда, но чисто в военном смысле, и, извините, я буду говорить, даже из э, интересов этих странов, э, тогда уже лучше воевать, чем ближе.

Но как такую заяву, такое заявление расценивает Германия, или расценила Германия уже сейчас? То есть, что но, это за сигнал для них? К тому же у да, тебя это, что Макрон об Я этом думаю, говорил. это два. Да. Я, я, да, Макрон уже несколько раз это говорит. Я, вообще хорошо, что он это говорит, но э, слова немножко должны совпадать и с действием. То есть, прежде всего, и помощь должна быть. Э,

свободу говорить, и они говорят, и они, наверное, с целью говорят, они, прежде всего это сигнал тоже идет в Москву, что понимали там, что ваша страна не может проиграть войну, и она должна наоборот, то есть цели, чтобы Россия проиграла эту войну. И о другие страны, насколько я знаю, и публично и не, совсем, не всегда, из разговоров, да, внутри альянса НАТО и внутри Европейского союза, эти рамки наши дипломаты, наши политики ведут дебаты, дискуссируют, аргументируют, имеют э, все, э, все страны э, обеих организаций или шире, э, если возьмем еще не, не просоединивших или подальше, э, которые страны, э, но ну, наши так называется западные, имеют свою позицию, имеют свои страхи или боязни, или неопыт, или э, ошибки понимание, что происходит, ошибочное понимание, что такое Россия, какие ее настоящие цели. Это все нормальная дискуссия. И было бы удивительно, что понимая только, как я сам оцениваю, понимая, что после распада Советского Союза, когда было в Европе, ну скажем, абсолютно э, э, вера э, почти вечный, в вечном мире э, и, и ошибочные, конечно, но э, когда э, да, такая организация, наверное, самая мощная после Второй мировой войны и не только, наверное, и до этого не было, как, как НАТО, она, страны начали разоружиться и, и люди просто, э, э, особенно как в демократических странах, то это, это гражданские. Этого опыта не имея, и кажется, мир доступен Европы всегда. И, конечно, еще не приходит полное сознание, что э, международное право рушится, что э, вообще уже она надо снова построить, она потеряла смысл, когда после особенно после 22 -го года 24 -го февраля Вот и, и но это понимание все еще не происходит и, и наверное не надо тоже открыто говорить насколько э, насколько сильно э, европейские страны некоторые из них э, были связаны с Россией Я думаю что не только э, ну, конечно но ну, и, и больше но это и финансовые, и экономические, и дешевые энергетические ресурсы. Мы имели много приметов. И один из бывших премьер, то есть канцлер, работает в Москве или, или большие деньги. Хорошо, что сейчас они заморозены, но это все было связано. И, да, и, и, и украинская тоже, ваша страна также, не, 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 никакой разницы. Вот сейчас идет это перестраивание, но даже она идет и, и, и нашей политике, и нашей, э, скажем, э, opinions. Да, мнение, да, по э, оценках, наверное, э, это возьмет время. Э, я вообще люблю, э, по, по сути, я часто э, говорю, я, я оптимист, что в, в, раньше... Э, все равно придет, придет это понимание полностью, и эта динамика, увы, это, это, это страшная цена, которая платит ваша страна, люди, сколько погибших, сколько разрушений, но когда вспоминаем два года с немножко назад, какая реакция неадекватной ситуации была из этих самых стран. Сейчас уже, ну, скажем, довольно далеко, но я сам убежден, что, это, ну, увы, прежде всего война скоро не... Нет никакого повода, что война скоро закончится, как мы же не желали, она будет. Скорее всего, довольно долго. Или какая-то черная лебедь в России. Там бывают иногда, да, видели. Или, или очень долгое. И через это время все больше и больше сконсолидируются, эти страны. И, правда говоря, даже следя по россиянскими шагами кремлевскими, что они делают они тоже, скажем, конфискируют западных имуществ, которые не успели или не хотели оттуда уйти. То есть это идется процессы, которые делятся наши, наши западные страны от страны агрессоров. Гинтерас, ну, смотрите, а чего сейчас боятся или каких целей преследует, например, та же Венгрия? И чего боятся Германии? Бизнес практически весь выведен из России. Таким образом, и экономическая угроза минимальная. Поставка энергоресурсов, по сути, прекращена. А чего боятся эти страны, и что ту же Венгрию спонукает, и того же премьера Венгрии сейчас спонукает, какая выгода подыгрывать России? Ведь в действиях Венгрии сколько вреда. Там подсчитывали, порядка 40% решений Евросоюза о помощи Украины блокирует именно Венгрия. Что они получают? Э, ну, мне трудно. Очень откровенно. Я спрашиваю такие вопросы сам себя. и У нас в Литве экспертов в Венгрии очень мало. Но по долгу службы я встретил довольно несколько венгерских офицеров, и служили вместе, и, и вроде бы эду, эдукированные, хорошие офицеры, не различаются от других европейских. Мое мнение, это несколько факторов почему-то эта страна немножко закрылась от э, изолировались э, в своем пространстве э, э, но это я не, не, не возьму соответственности ответственности э, объяснить почему потому что ну, не, много может культурные исторические э, но самое главное когда я смотрю э, обеспечение энергетическим ресурсом, газом и нефтяными продуктами. Я вижу, что довольно большую долю еще зависит Венгрия зависит от России. И, наверное, экономический порядок. И также, наверное, самое главное, наверное, кроме экономических факторов, я думаю, это

минимально посещая Будапешт несколько раз был, правда. Но я думаю, что это имело влияние. Есть, может, какие-нибудь постсоветские синдромы? Некоторые страны быстрее вы, вы меня, прошли. Конечно, простите, но вы возглавляли по большому счету разведку Евросоюза. Ведь вы, наверняка, пересекались с теми политиками а, или данными о тех политиках, которые находятся в Венгрии, которые работают в Венгрии. Наверняка uh -huh. не будет для вас сюрпризом и удивлением, что а, российская разведка а, выполняет свои операции на территории Евросоюза, в том числе и Венгрии. А, oh, я, возможно, это, это, тогда это, вопрос yeah. Руба, за какое, простите, место держит Россия премьера Венгрии? Видите, я, о, я, я очень рад, что так мы поставили вопрос. Даже интересно. Не, несколько, ну, я начну с, с вашего последнего стейтмента, э, последнего э, предложения. Естественно, это. это больше, чем возможность, то это нет сомнений даже, что российская российские службы, разведслужбы работают, они работают в всех европейских странах и, наверное, везде, где есть интересы, и они используют наши слабости, наши, скажем, какие-нибудь проблемы, в том числе экономические, политические, даже видели любые. Это, это, естественно, но я просто профессионально э, не имея э, конкретных фактов, э, ну, примите так, как это было бы очень непрофессионально. Это было, э, скажем, э, беседа о промене. Это, 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 так, так не так. Я не могу говорить, потому что и второе есть. Э, э, Непонимание, что э, службы разведки, военной разведки, а, э, особенно э, международных организаций такие, как Европейский Союз и НАТО, тоже э, они не делают разведки про свои страны. Это, ну, мы называем на английский blue and blue, синий на синее. Не, не, это, это это было бы не демократические страны это только, наверное, возможно. Этот опыт пришел, наверное, некоторые наши страны с далекого советского прошлого, где КГБ сделало все, что хотела. Особенно военные, это, ну, надо просто, это, это, наверное, я думаю, вы понимаете, что это, это просто было бы это уже был, не была демократическая страна, если так дело на своей политике. Это есть службы безопасности, это есть службы э, и даже не, не международных организаций, а национальные. Это совсем по-другому эта работа устроена. Но просто по своему опыту я, конечно, должен быть согласен. Я не могу сказать про Орбана или, или другого какого-нибудь. Просто я этой работы никогда не делал. Но <связывая> есть я думаю что но это было слишком просто слишком просто если политик одной или другой работал на службы агрессивной, вражеской страной. И тогда была ну, просто у... решена проблема. Общество, я, насколько я прочитаю, про, что идет в Будапеште, и большие демонстрации, и ваши коллеги, журналисты, как они говорят, что происходит. Но такие вещи не проходят просто. Что она влияет, российская служба, на страны европейские страны но без конкретных фактов конечно но я не я здесь извините но это не, Гентер, не я мое могу поставить местность. вопрос чуть-чуть другим способом во время вашей службы службы в разведке сталкивались ли вы с, со случаями попыток, известными вам случаями, попыток влияния российских спецслужб какие-то события на конкретных политиков или подготовка конкретных событий или препятствия событиям. Вот что-либо, вы сталкивались с этим или они настолько четко работают, что вы тогда их просто не видели? Нет, конечно, это больше идет с перспективы не европейских службах, а национальных. Но из коллеги, которых особенно работает на гражданской, как служба безопасности Украины, то есть литовская аналогическая службы, мы военные, мы делаем только с безопасностью в военном деле, как генерал Булгаков, он же, наверное, не...

Это, естественно, есть, но я детально я точно не, не буду вам говорить здесь, э, так как это не... А что они происходят? Да, это, это, это везде, это везде, поверьте, и так как и в Украине, так и в Литве, как и в Соединенных Штатах, как и всей Европе. Э, насколько я знаю, наверное, вас даже не история интересует э, примерно 10 или 15 лет назад, как было. Ну, и, конечно, я, я подтверждаю, что да, это были. И довольно и знаем из модус operandi из этой самой э, русской ГРУ, СВР, ФСБ. Э, так, это, это их не работа, и, и работа наших служб, чтобы превратить, остановить, э, использовать на благи наших стран также это тоже успешно делались вот а, а, особенно сейчас наверное историческая буква книги тоже будет про это написано. но сейчас надо наверное фокусироваться и на нынешний период который но, происходит вы знаете, сейчас на самом деле Гинтерс на самом деле, Гинтерас, на самом деле Гинтерас, да. я бы хотел чуть-чуть углубиться в недавнюю историю есть ли вообще понимание, когда было принято решение в Кремле о широкомасштабном вторжении? Поскольку я, например, первое безапелляционное утверждение услышал в середине лета 2020 года. И когда, собственно, западные спецслужбы начали сообщать украинскому правительству о неизбежной масштабной эскалации войны, вот в какой момент это произошло? Да, я, я могу только делать соображения. Поймите, я уже давно в разведслужбе не работаю. Тогда, как Бывших же э, не бывает. Э, это говорил... Э, бывает. Э, бывает. Это не бывает, наверное, в стране, с которой мы воюем. Э, это цитата э, э, главного диктатора кремлевского, который так сказал на совещании ФСБ первый раз после избрания, так называемого избрания или постановления. То есть я предлагаю эту фразу, демократических странах точно бывает, Конечно, есть возможности, есть опыт, есть знания какие-то, да, И есть наблюдения. Я это делаю, я этим живу. Как и вы, использую открытые источники. Просто вы журналисты, а не на другой позиции. И смотрите, я думаю, что отвечая на ваш вопрос, надо подумать немножко. И это эта мысль приходила, я думаю, профессионалам разведслужб должна была приходить тоже. Постепенно, то есть одним, да, там э, разведка, если вы знаете, если вы говорили, это не, не какая то знание, которое приходит как сразу и четкое, так не бывает никогда, даже самые мощные э, разведслужбы, э, э, как Соединенные Штаты, там, допустим, или других, э, э, которые имеют большие возможности э, э, и средства. Э, это надо знать очень хорошо и культуру, и языки. И, и, и очень много информации владеет. Очень э, легко посчитать материальные, э, допустим, какие-нибудь количественные э, предметы, там, танки или какое-то другое вооружение. Но как узнать... Э, э, интенсию, которую придумали, это уже немножко много. Планирование, такие вещи не делаются очень скрупулярно открыто. Вот. Ну, чтобы полномасштабная война планируется, сейчас очень легко придумать, как это могло быть. Но я должен быть откровенным сам себе. Я не думаю, что это было Uh, раньше чем двадцать 2021 каком-нибудь году. Но uh, в тот момент я мы дум... слышали громкие заявления в течение там, наверное, с середины 21 первого года со всех да, сторон ну, там, уже когда звучали учения, когда сообщения. Были. Да, американские разведывательные службы сообщали, уже предупреждали, что ребята все готовятся к нападению, готовьтесь к этому. У нас было к сожалению, в определенной мере очень, как мне кажется, безответственная реакция на эти заявления. Ну, как как видится сейчас, потому что впоследствии мы потеряли часть южных территорий с достаточно большими потерями, отбили территории Киевской, Харьковской, Сумской областей. Просто понять, насколько аргументированы были эти данные, почему они, возможно, были отброшены, и понять, что говорили или что могли говорить западные спецслужбы нашим и почему это не было услышано. Na, no, ja, aš, ja, žinoma, būsiu spekuliuoti, jeigu leiskite ja, pasakyti. 5. Jūs, matyt, tikėjotės, kad man e, yra informacija, žinojimas kokį nors. Ne, ne. Atvirai kalbant, tai neturėjau. Taip, aš kalbėjau su daugeliu oficerų, mes aptardavome. Tada aš tarnavau Gruzijoje. как военный представитель там, и на Южном Кавказе в это время. Я помню тоже разговоры и с украинскими дипломатами, которые абсолютно отрицали, что это возможно я не буду наимевать, но там э, я также э, оценивал карту ситуации. Можно наверное, чисто э, с личного беспокойства или зная, как может, э, если и о если. Вот отвечая на вопросы, это было э, довольно э, разговоры, э, довольно на, на, скажем. Э, не, не, не с этими людьми, которые, которые может, и, и владели информацией. Если есть в разведслужбах такая информация, получена не аналитическим способом, а из чувствительных источников, она не была бы оглашена довольно публично. Но когда уже информация собрана из нескольких источников повреждения, есть, скажем возможности санитизировать, то есть прикрыть источники, есть факты, есть может перевзятие разговоры этих самых россиянов, или все остальное, ну, тогда уже да, делается предупреждение публично. Так так не было, чтобы, как мы помним уже там каждая медиа сообщала где-то. К концу 21-го, я насколько помню, и, конечно, в начале 22-го. Сейчас, когда назад смотришь, вспоминаю Путина, это так называемую статью или эссе, который был публикирован, кажется, июля 21-го, и понимая, как россияне не только Путин там вообще, и коллективный Путин, как он оценивает э, ситуацию, из, из, стоя на их, их не сапог, скажем, э, из не, его перспективы, э, что э, по, по кремлевским соображениям, э, которая приходит, из, наверное, из глубин истории из 15 века, там, Ивана III, насколько я знаю, когда началось это государство строиться. Это понимание пришло, что эта страна не может, не может быть той империей без вашей страны. Это не, не потому, что она там боится демократии, это тоже. И, и сейчас, глядя назад, это, это можно вычитать э, из э, их тогда уже действий, речи, разговоров, обвинений, пропаганды. Э, это все было. Э, но все мы... Э, и не переувеличивайте очень... Э, э, разведчиков э, э, наших стран, э, в том числе Соединенных Штаты, я имею в виду и другие, не, не преувеличить они. они. Я думаю, что если знали, это была большая удача, э, но я сомневаюсь. Э, как я сомневаюсь, как я узнал, что когда Советский Союз рухнул, э, мне откровенно... Э, хорошие коллеги из этих служб западных, они признались, они до последнего момента не, не, имели, этой информ... Ну, не имели такого оценения ситуации, что Советский Союз не выживет. Почти до последнего момента, я сейчас не могу сказать точно. А какой службе? Это, это 91 год идет, 91 год, да? И, Видите, я тогда был молодой литовский студент, примерно 89-й, год. Я, у меня было, не было никакой сомнений. Я был национальном э, э, движение, как студент, гражданский. Я не думал быть стат военным. Я хотел инженером быть. Вот. И, и потом э, с, э, во время службы этих э, организаций э, я, я вас понимаю. Большинство э, людей, которые находятся в гражданском обществе, журналисты, э, э, особенно если есть, есть опыт и э, 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 вспоминания, о знаниях даже из э, э, аутократических, тотали, тоталитарных времен, э, думают, что разведслужбы знают все. Но так не бывает. Они знают то, что надо, что самое важное, что самое важное, что самое главное, они стараются, это большие ресурсы, это большой профессионализм, и мы живем в демократических стран, и, наверное, не надо, чтобы все они знали, потому что я смеюсь так -то говорить. Тогда, когда я служил, может, так бы не говорил, я хотел выполнить свой долг самый лучший, но, видите, знание тоже оружие, и институции государства, они действуют в демократическом пространстве. Но если вы хотите поговорить больше про разведслужбы, я, конечно, уделю больше времени, но это будет больше теория. Я не знаю, вам это но интересно. Давайте, я надеюсь, что это ж не последний наш разговор, так точно. Я хочу тогда задать один уточняющий вопрос, чтобы задать следующий. А, на, на вашу думку, по, по вашему мнению, а, по крайней мере с начала 2022 года европейские и американские спецслужбы уже понимали, что Россия готова нападать. Уточните время, в 24-м вы Нет, нет, в начале 22-го 22 22. -го В начале 22-го, то, то есть да, 1 января да. с нового года, 22-го да. года. А были ли уже они осведомлены, что Россия 100% будет нападать? Я думаю, я даже не думаю, я уверен, что Да. По крайней мере, Соединенные Штаты и Великобритания, и, и зная, как работают НАТОвские и европейские страны, они делятся информацией. Но ну, просто хозяин информации уполномочен обещать или что-то делать. Другие просто они не имеют права. Это натурально, если два источника информации встречаются, я вам даю информацию, конечно, вы имеете скажем, не имеете права распространять, если это моя информация, я скажу условия. Это так примерно работает и так, как мы слышали, это было медиа и вы, Олег, сожнали же. Это, ну, это тогда из уже источник. тогда уже было, ну, так и я, конечно, открытый, я с Год до полномасштабной войны я уже был в отставке. А до этого я, да, моя, моя ответственность была совсем другая, как и говорил в Кавказе я работал э, последнее. Но знаете, военные, они каждые 3-4 года э, э, ротируют Ротируются. на должные другие должности. А. Да, это... это, это Гинтер, так, я и... почему э, Я на самом деле, простите, почему э, задал вот тот вопрос уточняющий? про знания с начала года, то есть это практически два месяца до начала полномасштабного вторжения. Если эти разведки знали уже практически 100%, что будет вторжение, почему? Зная на уровне разведок о готовящейся масштабной кровавой войне, так оказалось, что страны НАТО были не готовы к ней, не были сформированы склады для моментальной отправки поддержки, так долго шла тяжелая техника, со скрипом подписывалась передача вооружений, до сих пор нам приходится приводить аргументы, что мы боремся с российским террором против мирного населения Украины. Складывается впечатление, что наши западные союзники основываясь на каких-то данных, не рассчитывали, что Украина примет бой с самой жестокой и большой армией на европейском континенте? Да, наверное, это очень... Это много составляющих. Это не решительность, про которую я начал наш разговор, первого вопроса которая до сих пор, увы, длится, это, это ходит из мирного, демократического строя наших стран. Вся поколение выросло в условиях мира. Прошло сколько лет после серьезной войны, с 80, кажется, в Европе? Они не понимают, что, какие последствия будут. Даже самые влиятельные политики, я смею сказать, они, увы какая их не половина может и понимает от отдельных. И, и самое, самое страшное — это нежелание, ничего нового не скажу, это нежелание эскалации, это, это красная черта в голов, головах большинства наших политиков. И и, конечно, ядерное оружие. Но это оба сходят по самой с ядерной э, державы. Это все. Это можно говорить и всех говорит, чем очень много и точно мы не первые и не новые. На первый вопрос, чтобы до склады, наверное, вы как гражданские. Олекса, вы не имеете даже, извиняюсь, но это, это чтобы наполнять склады, чтобы вырастет эту военную с ответственной угрозой, с угрозой военную мощь сейчас, в европейском стране особенно, Соединенные Штаты более-менее, я думаю, еще придет, еще придет что не буду сказать, ну год еще, или это минимально, если так серьезно, это несколько лет пройдет. И особенно это тоже зависимость от решительности действий. Я не вижу достаточной решительности сейчас. Увы, я не вижу. Все говорят про... Сейчас самая ключевая, допустим, военная промышленность наших европейских стран. Но они немножко начинают работать, но не таким скоростям. Они не... Я не знаю, наше общество или, или боится, но ничего не делает, и боится, не, не знаю, я имею в полном смысле не только Литве, но я думаю, что большинство э, странах ближе ближе э, Украине или ближе... Украины или ближе, ну, допустим, стране агрессор, а, или другая крайность там где-то западные или более южных странах, более западных там расслабление абсолютно непонимание ситуации. Что надо эдукировать людей, что надо э, мотивировать людей, что надо подготовиться, э, наверное, тяжелым временем э, везде, если не при обстоятельстве, если не э, э, мы, наверное, имеем, там, допустим, один год или примерно, если не будет меняться ситуация, если таким образом будет решаться вопрос безопасности в вашей стране, и это будет влиять на всю Европе, это, потому что э, э, Кремль он не сидя руки там. Конечно, черный лебедь может, но я, как хороший солдат, привык рассчитывать на вас худший сценарий и планировать на самый худший сценарий. Гинтер, понимаете, а, все то, да. Угу, пожалуйста. Понимаете, вы вот сейчас сказали очень такую страшную, я бы сказал, опасную вещь. Вы, по сути, подтвердили те слова и те тезисы, которые долгое время высказывает российская пропаганда о ленивой Европе, о Европе, которая расслабилась без войны, которая вообще, по большому счету, все хорошо. Вот она так заплыла жирком, простите за вот такое сравнение, но это их слова. И таким образом оказывается, что Европа в сфере безопасности вообще не готова к внешним угрозам. А ведь мы сейчас имеем как минимум 10 лет от начала нападения России на Украину, аннексия Крыма, Донбасс, до двух лет, вот сейчас больше уж двух лет у нас идет полномасштабное вторжение. И это не отрезвляет Европу. Ну, а как вы думаете, Алекс? <laughs> Я не хочу перебросать вопрос на вопрос, но э -э -э, оценим ситуацию. Я не хочу, конечно, э -э -э быть э -э это неприятно слышать, что я, э, оказывается, передаю пропаганду России. Нет, нет, вы на самом деле э, просто говоря, да, да, да. это оказалось, что по большому счету то, что мы считали их не пропагандой и то, что они на самом деле просто пытаются унизить западный мир, чтобы показать, что у них все так хорошо, а на самом деле это и был их расчет, расчет их разведки, расчет их стратегов на то, что Европа просто будет лениво поглядывать что там происходит за плечом и минимально реагировать высказывать максимум озабоченность да я уже не буду говорить о действиях Организации Объединенных Наций это просто не налазит на голову ну да вот вы и говорите понимаю я вы, вы правы москва э, и московские пропагандисты они профессионально используют ситуацию и я э, но должен, да, должен. Это, это естественно что но я не буду так черно писать видите, но не бывает черно-бело вы согласны и я буду воевать за демократию за наши ценности если, если это нужно придет моей стране за ценности не только на свободу скажем как государственности демократия это очень большая ценность. Вот. И, но, ну, увы, как один премьер, то есть Черчилль один раз говорил, демократия имеет больше, очень много плохих вещей, это не цитата, но это так, примерные слова, но лучше нее ничего нет просто. Вот. И подготовиться, мобилизировать Обществах европейских, особенно европейских стран, и тоже в Соединенных Штатах довольно еще больше, но там еще другое. Это надо, это надо работать, надо работать лидером, надо общественным деятелем, потому что мы живем в демократических странах. И не все люди э, работают в сфере безопасности международных отношений, но все выбирают политиков, э, которые отвечают, э, мы даем им работам политики, мы даем им мандаты э, принимать решения. О, когда электорат э, жил, свободно гулял, радовался мирным небом, и, и даже представления они имеют только по кинофильмам, что такое война. И нормальный человек, это совсем нормально, что э, э, называть ленивная э, Европа, это Ленив... с российской пропагандой, э, да, я не произношу, э, с российской пропагандой это, конечно, очень удобно, но... Но это так, так наверное, и устроен в нашей жизни. Но надо очень это признать, это, это больно, это иногда... Э, и теряю я даже эмоционально, думаю, ну как это возможно, когда не понимают. И э, вопросы наши более западные, более южные, европейские друзья поднимают. Ну, Совсем голову не лезут иногда такие вопросы. Я не буду в вашем эфире говорить, но просто они не понимают ситуацию. И наша задача, и ваша журналистов задача достигать э -э, э -э, этих людей, делать что-то. Конечно, это прежде всего лидеров, ответственных лидеров э -э, всей, всей, всех этих странах надо подготовиться. И они будут. Э -э, это было неправда, если я скажу э -э, сейчас, что опять должны уточнять. Если мы сравним начало 2022 года, ситуацию, про которую мы говорим, и когда сейчас посмотрим, да, это удивительно. Кто мог подумать, что Швеция, Швеция по-русски и Финляндия станет натовской страной. Это, это, не знаю, это Швеция, которая была довольно больше... 200 лет нейтральной страны, или вроде бы нейтральной, то есть наступила, и она вступ... сейчас э, в Альянсе, да, и, и такие, такие тефтонические перем... э, пере... э, перемены меняются. Да. да это что не потому что такая вот ситуация и. It, так есть. Yes, я, я довольно часто меня приглашают ну, на литовском языке говорить с другими, всякими, скажем, организациями, людьми из общества про, про безопасность. Просто люди, незнания, говорят, кто-то говорил, самая большая негатив, боязнь, страх из-за незнания ситуации. И это есть у людей. Вот. И это перемены мы, мы чувствуем, но довольно, я согласен, не только согласен, это, это уже опять повторюсь, извините, но жалко, но ну, надо, надо, делать большие сточки, надо писать, надо говорить, надо дискутировать. И другого просто другого выхода нет. Если два года с немножко назад времени не открутить и посмотрим, какие тогда реакции были, когда некоторые страны там э, предлагали шлемы, другие вообще ничего и так дальше, и политическая риторика какая была, видите, она все все ходит, и надо искать, каким образом надо поддержать это, если мы э, хотим э, настоящих перемен. Э, и надо сотрудничать, э, да, критиковать и сотрудничать, выполнять. Э. Есть, Гинтер, есть у меня еще, хотя у нас уже практически заканчивается время, я попрошу наших режиссеров, если они скажут, что уже все, то мы, конечно, будем завершать разговор, но у меня есть еще два вопроса к вам. Первый вопрос. По вашему мнению, перед вторжением в феврале 2022 года, получала ли Россия разрешение от Китая на нападение на Украину, и возможно ли считать, что это нападение на Украину есть начальная часть большей войны? Располагает ли разведка такими данными? Не знаю, что разведка, опять я вернусь к этому, разведка, не, не, знаю, не знаю, что знает разведка. Я, ну, ну, как э, вы можете предположить? А, а предположение мое личное. Э, э, Китай, думаю, хотя вот это диктатурная страна, э, более долго имеет больше долгую стратегию, но прежде всего экономическую зачем ей воевать, и она может, и она успешно до да, этой сражения, э, медленно, но успешно заевала наши рынки, э, наши влияли на демократические страны. Э, э, зачем, я И я, я, я думаю, что э, если знал Си Цзиньпинг или там вокруг, он не понимал достаточно, э, это вообще возможно, когда Путин сам не понимал, что начал. Это отдельный разговор, как вы помните, начало хаосного в военном смысле инвазии, как россияны организовали. Они, конечно, планировали там три недели или максимум 10 дней, как полицейскую организацию. Делать. Э, инвазии. вот я думаю, что в таком смысле, как она началась, э, э, Пекин не, не, не знал. То есть вряд, э, э, вряд ли я он думаю, давал такое разрешение. Э, я думаю, нет. Э, я думаю, что э, ему было невыгодно такая, если он мог. Э, он балансирует, он использует, сейчас он э, использовать ситуацию потому что у него есть так карта бланче <laughs> то есть он может он конечно поможет Путину или агрессора но балансированно может не Открыто будет стараться, чтобы ну, летальной помощи не было видно. Он будет отрицать, даже если будет, и, наверное, есть, насколько знаю, там, может в ограниченном количестве, но двойного произношения, станки, технологии, электроника и так далее. Ему выгодна эта ситуация сейчас. Но сначала ему Пекину было выгодно. Потому что у Кении большие планы на будущее немножко другие. И Россия с этим покоррегировала эти планы. Но он достает сейчас большие ресурсы в Сибири, может выход. Он будет стараться владеть ситуацией самой влади... России. Россия становится абсолютным вассалом Потому что Россия абсолютно зависит в экономическом смысле от, 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 от Китая. Такая ситуация, и тем более Китай будет стараться поддерживать, скажем, практические, но балансированные сотрудничество с западным странам. Потому что им нужны экономические ресурсы то есть деньги, финансирование, продажа, рынка. Без этого Китай не может. И он будет балансировать между этой политикой. Спасибо. Это мое личное оценение. А, спасибо, Гинтерес. На самом деле, много вопросов у меня еще не, осталось не закрытых. Много вопросов касалось бы, наверное, технической части. Я уверен, что это наше не последнее. Размова, не последний наш разговор. Э, и надеюсь, что это положит начало э, такой большой серии интервью и встреч в эфире в прямом эфире. Большое спасибо за разговор за нашу и за вашу свободу. Чтобы э, был повод, как можно быстрее отпраздновать Победу над агрессором. Э, дякую, дуже дякую вам. До Слава Украине. Героям слава! На зв'язі, на зв'язку. Нагадаю, що ми спілкувалися із екс-директором розвідки військового штабу Євросоюзу Гінтерасом Багдонасом. З вами був Олекса Кіпкало і команда 24 го каналу.